Ну вот, народ, продолжение вчерашнего разговора. Вот у нас получается, вот розетки стоят, вот так вот сейчас я отведу. Все в процессе, как бы еще ремонта, пока мебель подгоняем. Вот розетки, и они четко совпадают, вот, вот эти части, вот где будет выходить провод. Вот так вот, оп. А здесь зеркало. Я говорю, здесь еще ремонт. Видео позже будут серия осебячивания. Ой, не осебячивания. А серия сапоживания. Здесь фасад сейчас немножко торчит. Он уперся задней частью вот этой вот в навеску. Сейчас буду что-то думать. Либо по ретулам выберу немножечко вот здесь, чтобы не мешало. Либо навеску подрежу. Но, скорее всего, придется выбирать, потому что там на навеске уже винт. Может быть, конечно, можно как вариант еще навески поменять. Ну, какие-нибудь покороче. Вот. Ну, вот они 45-е углы. Вот, это фасад Эйгер, черный графит, U961. Ящик, да, еще этикетки не сняты, еще не протерто все, ну, вот так вот.